Давайте тогда придумаем, может быть, ну как что-нибудь приделаем к кружке сверху. Вот этот вот гвоздь. И наденем на тигра кружку. Ты чё? Ну, давай пока этот проверим, потом еще, потому что он не умрет. Нет. Ему в голову может. Ой, смотри. Ему только кишечник раздавило. Теперь попробуем. Смотри, мозг. До скольких оно было. Оно прям до сих. Давайте еще в голову ему воткнем. Окей. Мил! Не так звучит. Ё-моё! Тебе голову просверлила. Давайте ему еще глаза просверлим. Окей, это я люблю делать. Давайте только в наркоз посадим. И глазные. Окей. Еще потом я ему в сердце вставлю гвоздь. И вообще мы его расколем. Хотя ты хотела по лице это взять. Ладно, делай. Полицейский. Наркозик. Так мне в глаз. Я пока, наверное, притащу эти конфетки, которые были. Хотя их уже нет. Я хотел в сердце проколоть. Но все, это не мой тигр теперь. Весь это ты сделал. Юма, смотрите, у него башка отлетела. Ну ты же сам убил. И теперь ты не мой. Получается, ты добыл тигра себе. Гвоздь мне в кеду. Пойду дальше играть. Сейчас никто с интернетом не останется. Это ж ведь ты забыл. Ладно, режь потом сам. Кого? Этого тигра. Оторви ему хоть глаза. Так уже попыток не осталось. Тигров уже этих нет. Мне и так нормально сошли тигры к Новому году. А этот какой-то из шоколада сделанный. Так зачем мы его вообще пилили? Ну и вот, живем без тигров. Мне просто другие нравились. Ну вот, дело нечисто. Хотя я придумал способ, что со мной сделать, чтобы от меня все отвалили. С просьбой другой. О, если я сделаю вот так, буду ехать назад. Раз. Два, три. Нет. Вот такое бы я точно сделал. Хотя ладно, немного позалипав в игру. Парям. Не будешь ты от меня отваливать никогда. Я могу все задержать, кто посмеет от меня сбежать. Да хоть из тюрьмы. Я лучше сам себя убью. Или пускай меня
какая-нибудь стая собак нападет. Может, я в тебя гвоздь вставлю? Гвоздь мне в кеды. Какой гвоздь? Нам. Я сам хочу смерть прожить. Отстаньте со своим гвоздем. Ну ладно, я пойду жаловаться. Я плохой. Все, прощайте мир навсегда. Я в покое с миром. Нет. А кто за мной тогда кишки мои будет убирать? Отстаньте со своим гвоздем. Гвоздь мне в кеды. Прекратите игру с гвоздем. Ну вот, с холмика свалился. Ты его сбросил. Тем более я уже жаловаться пошел. Покойся с миром, шлепаться в мире. Мы не можем тебя оставить. Ты одинок, ты дурен чем-то. Но почему тебя полиция задержала? Покойся с миром. Кем я стану после смерти? Ангелом. Возможно, ты не будешь ангелом. А кто мне испортил репутацию? Это неизвестно. Я лучше пойду разбираться с этим. Кто мне испортил репутацию? Потому что у меня шанс только не на ангелов. Я бы лучше стал кем-нибудь другим после смерти. Или снова же ангелом, как говорю. А не кем-нибудь другим, дурным. У меня там рвотить будет. Я не могу я терпеть. Я тебя буду кормить вкусненьким. А я ненавижу тюрьму. Мне нужна свобода. Природа. Я не человек. Я каракал. А каракалы не любят дома жить. У них и так свои дела есть. Но почему шлёпа в доме живет? А потому что это врачи. А ты полиция, а не врач. Я не задерживаю животных. Кстати, животных тюрьма. Это клетки. В смысле клетки? А ты знаешь одну историю, где мальчик волков освободил? То, что за ними никто не присматривал. И никто не кормил их. И волк от счастья облизал мальчику руку. Что, никогда не знаешь такое? Ну и зря. Тебя нет больше. Я ж полицейский. Я могу задерживать в камерах. Нет, не надо. Вы все невкусно кормите. Это только любимые так хорошо кормят. Чё-чё, не будешь-ка? Ты что, жив? Ну так кошки и другие дикие кошки могут падать даже с большой высоты.
Они себе ничего при этом не поранят. Они же в колючки, могут упасть. Им только больно будет.